Здравия желаю, уважаемые телезрители. Итак, продолжаем опыт. Значит, в прошлый раз я показывал зарядку батареи. Вот эти. Значит, выпрямителем. Вот этим же. На 2,4. Но что произошло? Батарея зарядилась, но немного, потом много назад ушло. То есть часть тока, процентов 50, вышла назад. То есть зарядка удлинилась. Для того, чтобы это преодолеть, вот, поставил он, видите, канистры слева. Батарея, а рядом коробка. 10 ионистров на 24 вольта подсоединенные. Ионистры, значит, не дают уйти этому заряду. Вот сейчас посмотрим. Значит, заряд. Сейчас 12.53 и продолжается зарядка. Потребления тока нет. В тот раз тоже так было, но в тот раз, я говорю, когда выключил, половина ушла, то есть зарядилась наполовину меньше, чем я рассчитывал. Я поставил ионисторы. Вот они. То есть поставил ионисторы. Вроде бы сейчас утечки, посмотрим. Утечки вроде нет. Ну и также это все же показывал. Вот она немного отходит. Вырубаем здесь кнопку и ждем вот где-то минуту. Две минуты она, значит, туда идет. Да вот этой вот. Вот эта вот черная. А потом сейчас вот назад пошла. Сейчас подождем. Вот так пока вручную, но вот уже сын привязал, говорит, уже подошли реле. Твердотельная, мощная. Сейчас доказал на 40 ампер. Вот у меня были на эти, применял на БГТ вот с двигателем. На 25, видите. Уже 2 спалил, 2 осталось. То есть на 40 доказали. То есть надо заказывать побольше. Ну вот, прошло где-то около минуты. Видите. Стало по-риски, значит. Включаем снова здесь. Пошло. То есть энергия не тратится. Единственное, что было, что первый раз, вот когда я показал, что половина потом зарядилась, а потом прошло время, половина ушло. То есть, когда АКБ вы зарядили, она отдает часть энергии назад. Чтобы она не отдала, для этого я сейчас приспособил вот эти ионисторы. То есть они параллельно соединены. Ионисторы на 2,4 вольта, АКБ на 12. И они не дают ей напряжению, не дают это упасть после подзарядки. Будем дальше, как говорится, делать. Также будем запускать. И вот это у меня в ящике лежит. Там не хватает. Это вариант хороший вот этот, что сегодня. Но здесь пока эти медленные, маломощные, над этим поработать. А в том варианте, в первом, БГТ, ротовертер, там надо таких ионисторов хотя бы еще 10 штук. Тогда эта система тоже пойдет. А если побольше, тогда будет мощная. Пока вот все вроде пока работает, но мощностей. То есть надо сейчас работать над мощностью. Будем работать над усилением мощности. Для этого надо и ионистор, и все прочее. Ну вот, еще раз показываю, что это. Вот он и доходит. Зарядка идет. Сейчас посмотрим, сколько. На этом. Так, сейчас. 12.57. Уже. То есть потихоньку идет. За 5, наверное, заправится, я думаю.
дошло, видите. Сдвинулось. Счетчик сдвинулся. Риска. Вот риска. Он сдвинулся. Вот. Пусть еще сдвинется. Да, чтоб не видно было. Еще потом выключу. И он назад ставим. То есть работы ведутся. Медленно, но идут. И первый вариант, и второй вариант. Первый вариант, в общем, в принципе, все там уже готово, не хватает частей. Потому что на батарейках, как я запускал тогда, показывал. Батарейки, во-первых, все выкинул. Одна осталась, то есть они говно. Покупать новые, они на год и опять выбрасывают. То есть надо это, еще и эмиссеров набрать. Да, первый вариант пойдет. А этот вариант лучше. Здесь просто надо работать, усиливать-то все. А может даже сделать, что и переключать не надо. Без остановки. Вот к чему надо идти. Будем работать. Вот она, условие эти. Сдвинулась. Вот риска. Она сдвинулась. Сейчас я ее выключу, вот, она назад встанет. В этот момент, когда она назад встает, батарея отдает энергию. Но сейчас поставили ионисторов, энергия идет в ионистор и назад потом. То есть никуда не убегает. Вот сейчас подождем, пока это встанет назад, вот она здесь уже. То есть работа, как говорится, еще не початый край. Это вот на обратном токе более, как сами видите, что более это перспективно. Меньше деталей. Но здесь надо доработать. Она еще у меня очень маломощная. Доработать, чтобы она, чтобы хватило на всю квартиру хотя бы. Вот тогда это уже будет готово. Сейчас пока так. Зарядим батарейку, потом посмотрим, сколько она проработает. Завтра, наверное, сегодня дозаряживаем. На этом, на обратном токе, сколько она проработает. Включим вот компьютер к ней через инвертор. Вот она, встала. Вот. То есть, понятно, в принципе. На этом заканчиваю. До скорых встреч. Буду продолжать опыты.